Завтра, 4 декабря, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, на фоне которого станет проходить малоактивный атмосферный фронт. Проходя с запада на восток, он принесет небольшие осадки, а сквозь облака будет проглядывать солнце. Итак, в субботу облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег, слабый туман. Видимость до километра. Влажность до 90%, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, днем с переходом на южный, умеренный, ночью порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится. Утром от -1 по западу до 4 мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от +1 по Брестской области до -2 по Витебской. К вечеру температура составит от 0 по западу до -3 по юго-востоку. В воскресенье скажется влияние очередного атмосферного фронта Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. Ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 по юго-западу до 8 морозов по северо-востоку. Днем -4, +2. В начале недели погода существенно не изменится. Глазурь изо льда. Как уберечься в гололедицу? Смерчи, ливни и шторм. Разрушительный ураган обрушился на Стамбул. Море вина. В Китае утечка на алкогольном заводе привела к опьянению тысячи рыб. И, конечно, самые зрелищные природные катаклизмы. И самый актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. И еще много интересного в программе «Метеогид» в субботу в 20:45. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.